На, сама держи, не хочу. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. Мы сегодня снимаем челлендж. Мокрый челлендж. Мы попросили маму, чтобы она нам нашла смешные видео из ТикТока. Ну что, ребятки, мы не могли оставаться на улице, потому что пошел очень сильный дождь. Поэтому мы перебрались в комнату. Мы сегодня будем смотреть смешные видео из ТикТока с водой во рту. Правила такие: воду выплевывать нельзя. Посмотрим, кто сегодня выиграет. Переходите на наш Инстаграм и пишите там, кто из нас проиграл, а кто выиграл. А перед тем, как вы продолжите смотреть наше видео, мы хотели посоветовать вам очень крутой канал, который называется H2O. H2O – это канал об очень интересных челленджах, в которых участвуют брат и сестра Артем и Настя. Они соревнуются между собой, выполняют очень интересные челленджи, которые вызывают улыбку на лице и поднимают настроение. Возможно, вы уже видели Артема и Настю, которые в сумме имеют больше 6 миллионов подписчиков. В общем, канал H2O очень похож на наш. Поэтому, если вам интересен наш канал, то и будет интересен и канал H2O. Поддержите Артема и Настю. Переходите на их канал. Ссылку мы оставим в описании под видео. А также подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш Инстаграм, лайки, ТикТок. Все ссылочки в описании. Ну что, набираем воду в рот? Я уже сейчас хочу смеяться. Нет, на самом деле очень жалко котика. Кот улетел в космос. Батя и кот. На Марс. Мама! Очень сильный гром на улице. Зори, не хорошо. Ну что, первый раунд мы проиграли. Второй. Поехали второй раунд. Мы это уже видели. Ой, я проглотила. Ну мне нужно было что-то сказать. Секундочку. Это Бонни. Она всегда на меня плюет. На, сама держи, не хочу я больше. Я начинаю плюевать. А вы, ребята, смотрите.
смотрите внимательно и посчитайте, сколько раз мы проиграли. А почему Батя на подключил? Ну это подстроено. Ну мы опять не сдержались. Мы еще не начали, а она уже выпрыгнула. Все, соберись, Дука. Бомба! Да, конечно. Хорошо, что у нас нет лестницы. А ты попытка тоже так летать. Ой. Так, дальше. Мы уже все промокли. По-моему, мы проиграем этот челлендж. Я не думала, что это так смешно. Странно с моей собакой. Твоя кошка не знаю, что делать. Так, я проиграла, Магнита нет. Ну что, ребят, было, конечно же, очень весело. Мы тут все намочили. У меня аж до стены долетело. Ну что, ребят, проследили, кто сколько раз проиграл.
Так, здесь же у нас комментарии отключены, поэтому переходите на наш инстаграм и пишите там, кто из нас проиграл, а кто выиграл. Потому что нам очень интересно. Кто же выиграл? Ну что, а на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Не забудьте переходить на наш инстаграм и подписывайтесь на наш канал. А также лайк, тикток, инстаграм. В общем, все ссылки в описании. И мой инстаграм. Всем пока! Мы вас любим! И до встречи в новом видео! Всем пока!